Итак, что нам осталось делать? Видите, я взяла волк. Вот он мне так выглядит. С толстым дном. Лучше так не будет пригорать. И я беру любое масло. В принципе, как видите, у меня масел очень много. И в принципе для волка есть специальные масла. Можно использовать у меня сезама масло. Ну, можно как бы и на обыкновенном подсолнечном. Я схитрю. Мы обычно покупаем вот такие вот перчики, скажем так, и они уже довольно островатые в масле со всеми приправами. Когда мы все съедаем, масло остается, и оно очень ароматное, и я его просто буду использовать, чтобы не выбрасывать. То есть я вот использую вот из вот это вот масло. Итак, масло у меня уже нагрелось, я сейчас буду поджаривать лук. Вот я его предварительно нарезала. Итак, мой маринованный тафлон у меня рядом. Вот он такой постоял. Все запахи и вкусовые качества набрал. Будем сейчас готовить. В принципе, тафлон готовится очень легко. То есть вот вы его замариновали, и теперь я вместе с луком одновременно его и кину. Никак не может камера сфокусироваться. Вот. И сейчас буду просто-напросто обжаривать на сильном огне. Такая красота. И на запах карри. Обалдеть. Вот, ну и также сейчас сюда добавлю соевый соус. И чуть-чуть, чтобы подсолить. Вот так.